looking for you. I'm looking, I'll always be looking for you. I'm trying to get through to you. Да, это Ленинск-Кузнецкий. Не самый крупный город области, население, наверное, в 5 раз меньше, чем в Новокузнецке. Но тут произошел один из самых кровавых случаев времен гражданской войны. Именно о нем мы и поговорим. Но по ходу дела отвлечемся еще на одну историю о том, что Федор Михайлович Достоевский якобы лежал здесь, в психиатрической лечебнице. Сибирь и нынешний Кузбасс для Федора Михайловича являлись немаловажной частью биографии. Как-никак, именно в Кузнецке. Это нынешний Новокузнецк, если кто еще не знает. Писатель венчался. Как он тут оказался? Весной 1849 года Достоевского арестовали за участие в политическом заговоре против правительства. И был он отправлен в ссылку на 4 года в Омск, после которой должен был пройти военную службу в звании простого рядового в Семипалатинске. И вот уже именно оттуда писатель несколько раз и приезжал в Кузнецк. Легенду о том, что Федор Михайлович бывал в Ленинске-Кузнецком, нам поведали уже сами горожане. Суть ее такова, цитирую: «Достоевский, путешествуя по Сибири, как-то заехал в наш город, и у него случился приступ агрессии или что-то похожее, и горожане отвезли его в нашу психиатрическую больницу. Он пролежал там около недели, и его оттуда выписали, после чего он сказал, что это был самый лучший отдых». Вот такая незамысловатая история. Ну как мы могли не заинтересоваться ей? Первым делом, конечно, стоило попытаться найти ту самую больницу, в которой якобы лежал агрессивный писатель. Ну или хотя бы просто больницу. Не самое жизнерадостное место, ну и не самое доступное. Если учесть, что Ленинск-Кузнецкий город маленький, то добирались до сюда мы очень долго, петляя по узким деревенским улочкам. К чему все это? За этим невысоким бетонным забором расположена Ленинск-Кузнецкая психиатрическая лечебница. Говорит, что именно в ней когда-то бывал Достоевский глупо, потому что построена она явно позже того периода. Но это единственное подобное учреждение в городе, которое мы смогли найти. Разрешите теперь расставить все точки над «и». Достоевского определили рядовым в Семипалатинский линейный батальон в феврале 1854 года. Ленинск-Кузнецкий станет городом лишь через 70 лет, в 25-м году 20 века. К тому моменту писателя уже 44 года как не было. В те времена, когда Достоевский приезжал по нынешнему Кузбассу к своей будущей жене, на месте нынешнего Ленинска-Кузнецкого стояла деревня Кольчугино. Знаменательна она была в свое время тем, что тут в 1881 году была открыта шахта «Успех», после чего деревня стала центром угледобычи Алтая. Округа. Кстати, о кольчугинских шахтерах мы еще поговорим. А пока давайте представим, как холодной зимой Достоевский едет в Кузнецк и окончательно добьем легенду. Эта непонятная конструкция появилась здесь относительно недавно. Все водители, проезжающие мимо, явно обеспокоены, что же это такое. Объясняю. Это называется верстовая пирамида. И их ставили на пути следования из Семипалатинска в Кузнецк, по которому когда-то и ехал Федор Михайлович Достоевский. И на этой карте нет Кольчугино. Нету.